с тобой стоим, у таблички, мемориальной таблички, которая посвящена доктору Сергею Валерьяновичу Легину. Легину. Совершенно легендарный человек, который основал в этом здании первый в Российской империи травматологический пункт. Первый. То есть вот нигде не было на 1/6 части суши. Вот Николаев был впереди планеты всей. Ну, для того, чтобы, так сказать, вот понять уникальность, так сказать, организации этого пункта, надо бы знать, что все граждане, вернее, все подданные Российской империи, независимо от сословий, они лечили мелкие бытовые травмы в цирюльнях. То есть там можно было не только подстричь бороду и усы, но и вырвать больной зуб. Некоторые умельцы пришивали уши, некоторые ампутировали пальцы, которые там болтались там. То есть некоторые там резали колотые там ножевые раны, зашивали. То есть умельцы вот такие вот были. То есть в цирюльне на канаве можно было сделать все. Абсолютно. То есть по мелочам. Ну, если, конечно, там какая-то там суровая травма, там ампутация ноги там, или там какой-то там жесткий перелом там ребер там и так далее, потом, то все шли, естественно, в больницу. Но обычно вот лечили все это в цирюльне. Там даже закапывали глаза для того, чтобы продлить зоркость человека. И вот Сергей Валерьянович Легин — это первый человек, который основал травматологический пункт в нашем городе. То есть везде в Российской империи только через 11 лет будет узаконено создание таких пунктов. О его жизни известно очень немного. То есть мы даже вот не удалось найти дату его рождения и дату смерти. То есть мы не знаем, когда он родился, когда он умер. Зато известно, что его папаша был профессором Новороссийского университета в Одессе. То есть он был физик и основал там целую школу физической кинематики. Его дед был придворным лекарем самого императора Николая II. Они родились вместе с братом. То есть два таких вот близнеца. Они не были друг на друга похожи. Разноядцовые близнецы. Один стал делать карьеру по административной части. То есть он был там губернатором Ковенской губернии. Сначала вице-губернатором, потом губернатором Ковенской губернии. А Сергей Валерьянович Легин пошел учиться на медицинский факультет Московского государственного университета. Он его благополучно закончил, чуть ли там не золотой медалью. Поступил интерном в знаменитую клинику Жидкова. И вот как только он поступил туда, он сразу попал на передовую. 18 мая 1896 года во время коронации императора Николая II на Ходынском поле случилась катастрофа. То есть, когда стали разбрасывать деньги, раздавать царские подарки, началась давка. Давка 1385 человек было задавлено, 1300 с различными повреждениями, с переломами, были доставлены в московские больницы. Клиника Жидкова приняла на себя основной удар. И вот он там два месяца подряд, он молодой интерн, делал операции, ассистировал, делал самостоятельные операции. Впоследствии городская дума, так сказать, вынесет ему личную, московская городская дума, так сказать, через комитет городских врачей вынесет ему личную благодарность вот за такой самоотверженный труд. Сюда он прибыл в 1901 году, и когда он увидел, что происходит в городе, то есть он был назначен вот в эту больницу младшим ординатором. Когда он видел, что происходит в городе, что вот вся эта цирюльная хирургия бытовых травм,
оно, как правило, имело очень плохую статистику, и на 70% заканчивалось, ну, летальными исходами. То есть никакой санитарии в этих парикмахерских. Тебе вырвали зуб, там, занесли инфекцию, все. Можно сразу в морг. И он стал вот очень отчаянно пропагандировать необходимость основания профессионального травматологического пункта. Городская дума согласилась, выделили ему помещение здесь. Здесь было три кабинета, то есть это процедурная, ординаторская, библиотека, операционная, комната для отдыха врачей. И, собственно говоря, все жители Николаева стали сюда сначала робко, так сказать, идти, а потом стали все чаще сюда приходить, то есть не обращаться к парикмахерам. А в 1905 году газета «Русский инвалид» сообщила, та, которая выходила в Санкт-Петербурге, о том, что в Николаеве открылся первый травматологический пункт. Городская дума запретила всем парикмахерам, всем лекарям, которые не имеют практики или лицензии, заниматься врачеванием бытовых травм. Но он на этом не остановился. Вот он, ну, такой вот подвижник был. Он написал несколько книжек, очень много статей в военно-медицинском вестнике его о том, что вот необходимо населению учить оказывать первую медицинскую помощь, останавливать кровотечение, накладывать там какие-то, так сказать, лубки на переломанные там конечности, искусственное дыхание. Плюс ко всему он добился того, чтобы в николаевских реальных училищах, гимназиях и школах появился вот такой курс оказания первой медицинской помощи при ушибах и травмах. То есть это прообраз вот сегодняшнего курса «Безопасность и жизнедеятельность». После революции, поскольку он там не состоял ни в каких политических партиях, не воевал там ни за белых, ни за красных, вернее, оказывал помощь и тем, и тем. То есть вот там, сколько властей в городе было, так сказать, вот все к нему приходили. То есть там петлюровцы, там григорьевцы, там деникинцы, большевики и так далее и тому подобное. Очень много сохранилось, вот листаешь старые газеты от Гумеревки. Ну там вот, допустим, я там нашел такую вещь интересную. Бельгийский пароход «Савер» зашел, так сказать, в Николаевский коммерческий порт. Один из матросов пошел куда-то в трактир, где ему нанесли там несколько ножевых ранений. Его принесли сюда в состоянии тяжелой комы, он бы, наверное, умер. Но тут на дежурстве оказался Сергей Валерьянович Легин. Он сделал ему операцию, и матрос через месяц отбыл со своим кораблем, так сказать. А потом еще такой случай, вот знаменательный. Двое рабочих, которые работали на отжиге известняка, так сказать, попали под отвал пода, печи. Травмы, несовместимые с жизнью. Их привезли сюда, то есть к профессиональному доктору, и они остались живы. Остались живы, через полгода опять стали, так сказать, отжигать свой известняк. После революции Сергей Валерьянович работал в народной больнице здесь же. И занимался все тем же самым. То есть вот травмпункт, это было его детище просто-напросто. Но вот благодарные николаевцы, благодарный коллектив больницы поставили ему вот эту вот табличку во знаменовании 25-летней врачебной практики. Это 27-й год. То есть, грубо говоря, вот с 1902 года он здесь работал. Когда он умер, когда закончилась его врачебная карьера, мы не знаем. Но человек был замечательный. По одной простой причине, что он опередил свое время. Потому что Государственная дума Российской империи только в 1906 году обязала все городские лечебные учреждения создавать общественные травматологические пункты. Вот такие вот пироги. Это вот мемориальная табличка, связана с именем такого замечательного человека.